Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача «Сад, огород, цветы». Сегодня 26 сентября 2020 года, время Водолея. И очень хорошее время для того, чтобы собрать тыкву. Тем более меняется погода и собираются дожди. Нам нужно убрать в сухой период, стихия воздуха, урожай тыквы. Ну что ж, приступим. Я неспроста вот с таким инструментом пришла сюда на грядку, где вот здесь растут у нас тыквы. Смотрите, мы вам рассказывали и показывали о том, что у нас мы их одевали в одежки, вот, и очень хорошо сделали, что в одежки, потому что сверху у нас тут и клопы-черепашки в это время уже развиваются много. Вот они не имели доступа к нашим тыквам. Вот, сейчас, чтобы ее снять, вот смотрите, еще раз меня попросили рассказать, показать еще раз правила сбора тыквы. Значит, я оставляю где-то отсюда кусок. Вот оно обычно на, видите, на такой, здесь боковой был. И вот на этом пасынке образовалась тыква. Это из итальянских. Вот какая она симпатичная. Вот, смотрите, шикарная тыква. Поднять не смогу, потом Александр Федорович поднимет. Так вот, что за правило? Почему нужно именно с плодоножкой вот этот кусочек оставлять? Плодоножка — это как пуповина для ребенка. И мы когда срезаем, она является и защитой, и еще питанием отсюда, с этой части. Здесь все питательные вещества. Кстати, очень полезно, я чай завариваю потом с этой частью, с плодоножкой тыквы. И вот потом высохнет вот эта часть, ну, она легко будет обрезать. А вот эта хранится очень хорошо благодаря вот этой части. Если ее обрывать, тыква хранится уже испытана, хранится короче. Наши все спелые тыковки, все-все ягодки уже собраны и занесены в сухое помещение без прямых попаданий солнечных лучей. Там плюсовая температура, они будут себе спокойно вылеживаться и набирать сахаров, превращать все свои питательные вещества в очень вкусную, сладкую консистенцию, с которой мы будем дальше готовить множество блюд. А вот три ягоды тыквы, еще зеленые, мы оставили их на кустах. Пусть они еще в эти оставшиеся теплые деньки наберут нужных питательных веществ. А теперь несколько важных советов из нашего опыта. Вы уже увидели, как нужно собирать тыквы. Мы об этом уже рассказывали. В папке плейлиста у нас есть тыквы, и там есть уже такой опыт. Обязательно нужно оставлять плодоножку. Ну и важное правило. Собираем тыквы и овощи, все остальные, только в благоприятные дни. В данном случае мы собрали сегодня 26 сентября 2020 года. Это время Луны в Водолее. А Водолей – это стихия воздуха. Отличное время для сбора и закладки на хранение любых овощей. В это время быстро все ранки и срезы засыхают на побегах тыквы, не происходит инфицирование, если даже что-то где-то было на срезе, все это быстренько засыхает и погибает. Ну а чтобы быть в курсе благоприятных дней для сбора, для закладки урожая, можно воспользоваться нашим плейлистом, который называется «Лунный календарь», на данном случае сейчас на сентябрь. Уже есть у нас очень много видео в следующем плейлисте, посвященном именно лунным календарям, агрогороскопам. Этот календарь называется «На октябрь плейлист на октябрь 2020 года». Здесь есть разные видео, посвященные разным агрооперациям, агроприемом с растениями. Это видео уже, все видео и это видео, которое вы сейчас смотрите, это отобранный позитивный опыт, который помогает сотням тысяч огородников, дачников и некоторым фермерам, тепличникам посеять, провести все агрооперации, период вегетации и собрать урожай в благоприятное время, чтобы урожай сохранить и обеспечить вот в это сложное сейчас время запасами на зиму свою семью. Ну что ж, Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили это короткое видео для вас. Мы
показали, рассказали, как мы и когда собираем урожай тыквы. Ну а теперь прощаемся с вами до следующего видео. Желаем вам всего самого доброго, хорошей погоды, хорошего настроения и, самое главное, крепкого здоровья. До новых встреч в новых видео!